Ребята, смотрите, в гостях у нас тараканчик. То мы ему делаем. Этот вентилятор включился, а этот не работает полностью. А ты пробовал пьюстер? Я сюда давал 12 вольт. Вот сюда. А, и не работает, да? Мы подключали, пробовали 12 вольт, не работает. Так, был приобретен вот такой новый оригинальный вентилятор полностью. Возьми теку только всунь. Да, надо. И свитч открыть. Все, держи. Держу. Тестируем. О! Работает! Работает. Под замену. Все, вентилятор под замену. Погнали! Что мы делаем, ребята? Откручиваем. У нас всего три болта. Вот, если по-новому показать. Два снизу, один сверху. Вот это верхний мы откручиваем. Понятно, что нужно снять питание здесь. Теки. Да, вот мы сняли. Так. Все, и два снизу. Чтобы не снимать бампер, мы просовываем здесь. Тут есть лючок. Тут лючок? Тут уже слабо. Вот, смотрите. Просунули через бампер снизу. О, все заржавело. Второй болт, да. Вот. Вот здесь. Все, открутили. Вот, смотрите, он уже болтается. Сейчас болт откручиваем. Это мы вечером делаем с Андрюхой в гараже под домом, на подземной стоянке. Так что 10 минут работы, и каждый сможет это сделать. Может помешать сигнал, один из сигналов, можно его в сторону убрать. Братюнь, у тебя тут открыто, видишь? Что? Ага. Попробуй. Правее и вверх. О, все, ребята, каждый сможет дома. Крутится? О, крутится? Крутится, да, крутится. Как-то странно. Да, и шум какой-то, да? Ну, потом разберем, потом пока да. посмотрим. Ну, переверни этот, посмотреть лопасти. Они, ребята, правый и левый разные. Этот 80 ватт, этот 60, и лопасти разные, видите? Тут количество лопастей больше. У правого количество лопастей больше, чем у левого. Объясняю, правый работает постоянно при включенном кондиционере, а левый включается только когда включается компрессор. Так это работает. Все, ставим на место новый, аккуратно. Так, так, все, верхний наживи, сразу болт. Подожди, тут нужно крутить. Застряло немножко. Теперь перешел. Да-да-да. О, попади верхний. И потом уже как на... Все, верхний наживили, нижний наживляем. Посвечу тебе. Все, пошел. Смазался. Все, не до конца. Не до конца. Второй наживи, да. Так. Затягиваем болты. Еще раз повторюсь. Вот здесь вот. Ну, у нас просто она трансформер, а вообще через дырочку засовываете самый маленький наборчик. Засовываете с большим удлинителем. Вот так вот. Вот с таким удлинителем самый маленький набор. Все. Даже давай вернем. Они не выпало. Все, защелки. Защелки. Возвращаем на место сигнал. Не забываем подтянуть. И питание. Тут провод, да, поверху, его этот место. Все, да? Все. Тест.
Вот, крутится. Так, крутится постоянно. О, этот компрессор включился, пока все включается. Сейчас работают оба, но как только компрессор выключится, вот этот остановится, этот продолжит.